нас необычная версия «Кармен», поскольку это концертная версия. Особенность ее в том, что каждый рассказывает свою историю. Собравшись под испанским солнцем в Севилье, все посетители кафе вспоминают историю «Кармен», которую все знают, но каждый рассказывает ее по-своему. В творческом процессе, да, появились как бы декорации, и свет, и костюм. Из сценической версии она превратилась в такой семи-стейдж, как говорят на Западе, то есть самостоятельный спектакль, который имеет все шансы иметь успех у зрителей. Для меня это будет такой большой дебют в этой роли. Я очень рада, что именно здесь, именно в Новосибирске, в родном для меня городе. Когда я начала работать именно над музыкальным материалом и именно продумывать этот персонаж, я отошла от всех исполнителей, чтобы не брать какие-то штампы. Было много разных контрактов по миру с этой ролью. Отношение к этой опере трепетное. Не так уж и много драматургически абсолютно таких целостных произведений, как «Кармен». Там нет ни одной случайной лишней ноты. Поэтому и так волнует всех энергетически, как-то это оседает и может отпустить немножко слушателя, и ему может вдруг стать скучно. Такое практически с «Кармен» невозможно.